Сусветная IT-супольность под одним дахом. Сегодня конференция информационных технологий у столицы собрала разом гуру IT-бизнесу Беларуси, краины СНД и США. На майстер-классе у топ-специалистов побывала и Марина Муравьева. Больше за 30 экспертов IT-технологий из 6 краин света провели майстер-классы, тренинги и круглые столы. Про гроши без лишней стиплости. Размовляли сегодня распрацовщики, керовники проектов, менеджеры разных уровней и владельники уласного бизнеса. Здесь обсуждается, каким образом можно в IT заработать деньги, а если ты заработал деньги, каким образом их быстро не потерять. На данный момент все технологии вертятся вокруг IT тем или иным боком. Поэтому здесь нету узкоспециализированных докладов. Другий год запар IT-конференция в Минску сбирая белорусских и замежных аксакалов. Растопить весенний снег столицы пролетели и бизнес-анёлы с заходу. Сярод их американский анёл, який уклал капитал больше, чем у 40 починающих компаний. На чарзе укладанні и у Беларусь. У Беларуси вельми добрый климат для инвестиций и развития. Але одинная речь, якая покидая ожидать лепшего, это снег. У свою чергу молодые белорусские предпринимальники, так званые стартаперы, обороняли свои идеи перед заходними бизнес-анелами. Конференция ориентирована в первую очередь на руководящие позиции, на людей, которые либо стали уже руководителем проектов, или те, которые стремятся ими стать. Так что конференция таким образом помогает поднимать уровень профессионализма и качества специалистов в Беларуси. Замежные инвесторы оценили развитие белорусских интернет-распросовок и мобильных технологий. Наш финансовый климат, не глядя на аномально холодную весну, не спужал ни удельников весенней конференции, ни 700 наведвальников. Марина Муравьева, Александр Шестакович, агентство «Теленовин».